Наша цель – сохранить мир и межнациональное согласие в Крыму, не допустить кровопролития и проявлений любых форм вандализма. Ситуация в стране находится крайне напряженная. Кризис, о котором мы предупреждали оппозицию, он находится только в нарастающей фазе. Сегодня в Киеве царит хаос и беззаконие. Мы не хотим, чтобы в Крыму этот радикализм прижился и распространился, и стал нормой, упаси Бог. Сегодня мы с вами стоим на передовой и должны остановить это. Вот именно сегодня, здесь, в этом зале это пройдет. Или это мы сделаем, или дальше нет уже ничего за этим.
уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Мы победили и сказали, что именно мы вернемся домой, в Россию. Сегодня нам предстоит ответственная и очень почетная миссия – принятие основного закона нашей республики. Этот торжественный акт должен завершить этап новейшей крымской истории. Мы сохранили мир и спокойствие в Крыму благодаря вам в первую очередь. И за это низкий вам поклон. Ваша деятельность и дальше нужна на благо Крыма для защиты жителей республики. И пока вы есть, жители республики будут чувствовать себя спокойно.